Всем привет, меня зовут Влад, и мы в Shadow Fight 3 проходим эпилог, и сегодня посмотрим, что в итоге случится. В тот раз мы сражались с жестким мнемосом, это было так сложно, но мы его вытащили. Фух, продолжаем. Так, тебе удобно? Иштар, насколько хватит батареи? Мне не по себе. Тень в бронеходе выглядел точно так же. Так, это же его бронеход и есть. А без этой машины никак нельзя? Герой и в рукопашной победит этого ублюдка. Излучение врат почти смертельно. Это та причина, по которой мы никогда не могли атаковать напрямую. Дайте тогда и мне поуправлять этой штукой. Бронеход синхронизируется со своим обладателем на уровне биологии. Если ты не тень и не отпрыск тени, он ни шагу не сделает. Не волнуйся, дорогой штрафник, он справится. Расправься с порабощенными хранителями бездны. Наследство. Бронеходом управляю! Я управляю той большой махиной! Охренеть! Ты куда? Ты куда? Я сейчас в шоке. Хотя, а чем его бить-то? Он меня побеждает даже в этом, получается. Серьезно? Это что такое? Подожди, я что-то плохо управляю. Это так жалко смотрится, походу, да? Проблемы с управлением? Ну, я должен проиграть, верно? Думаю, он еще не полностью владел бронеходом. Повторяем. Каким бронеходом? Он телепортируется бесконечно. Этот бронеход не успевает ничего сделать же, по-моему, не? Что за угар? Так он ничего не умеет. О чем ты? Вот так, да, резко. Хоп. Я попал по нему. Нет? Отходи. Да отпрыгни ты. Что происходит? Почему я еще ничего не могу сделать? Можно мне обратно в себя? Я быстрее сделаю, как бы. Нет, нельзя. Я ничего не могу понять. Это прикольно, но он же вообще как им управлять? Что это за замечательные моменты? Так, ну хорошо, давай так попробуем. Тут чисто ракетами, да, надо? Хоба! Чтоб он не мог ничего со мной делать. Так, смотри, меня прям лупцуют, бьют. Поехали. Есть контакт, нет? Да ё-моё. Отходи. И давай, ракеты. Слушай, он успевает, он успевает. Да ну ты серьезно, что ли? Да какие проблемы с управлением? Тебя просто мечом накидали, и ты умер. Сколько раз надо? 3 раза его повредить этой штукой, да? Или как? Или есть какое-то слабое место у этого дебила? Я не могу понять. У робота слабое место все тело сразу. А у этого теневика где? Дергай рычаги, нажимай на кнопки. Это я дергаю. Ему просто все равно, как бы. Пока он замедляется,
этот убивает его. Ну! Как он успел? Как? Давай, 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 пока не подошел. Так, давай, 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 пока не подошел. Хорош. Давай, 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 давай. Нет, меня убили. Я, короче, так понял, его надо только ракетами гасить, потому что по-другому эту собаку не поймать ничем абсолютно, потому что она, она уворотливая, эта псина, и с ней тяжело. Еще раз. И робот сам не двигается еще при этом, ты прикинь? Я хочу назад отойти, он не двигается просто. Он просто в две стороны прыгает и все. Давай! Давай, 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 сразу! Хорош. Давай, давай, третий, третий пошел. Третий похоронный, да? Мой. Он сейчас тебя убьет кулаками. Кулаками робота, блин. Да ты серьезно? А чем бить их, этих теневых ботов? Это же невозможно. Вы че? Вы угораете, что ли? Че делать-то? Ну? Ну? А. Их много. Я идиот. Я придурок. Их просто много, их надо всех убить. Тут он не один, это не один. Их просто много. Их надо всех убить. Их просто много. Я думал, он один и всегда меняет форму. Их надо просто беспрерывно фигарить и все. Сколько их вообще? Я не могу понять. Подожди, он один или их много? Но мой робот не справляется стопудово с этой историей. Абсолютно. Даже не хочет это делать. Но, скорее всего, должен же быть конец и край этим вот этим бездновым ботам, блин. Они же должны кончаться, видимо, когда-то. Ну-ка. Ну, я так понимаю, чисто кулаками надо гасить, потому что по-другому никак. Так, окей. Я не знаю. Ну, короче, есть какой-то конец. Их там очень много выходит. Скорее всего, надо просто дожить и потом как-то с этим бороться. Я не знаю. Мне накидывают побыстрее, чем я накидываю. Можешь реально вот так вот отпрыгивать и накидывать. Вот этот с простыми кулаками, он самый легкий получается. Вот с клыками появляется, я дамаг пропускаю. Мне кажется, надо вот так.
периодически отступать и потом набрасываться. Серьезно, что ли? О, ну можно было и ракетами, но это если ты прям мега изощренный парень. Да, жестко. Ну красиво, блин. А я думал, надо... А там он один, он всегда меняет свою форму, и в него надо попасть. Оказывается, их там очень много. Вообще, да, говорится, теневых ботов, они просто ваншотные все. Испытание прошло успешно. Следующая остановка — врата. Ура! Я начал забывать, как выглядит радость. Она выглядит приятно. То, что ты говорил о конце мира, звучит очень бессердечно. Мнемос. Думаешь, мне не жаль? Я ведь тоже полюбил этот мир. Сохраните лучшее, что в нем было. Пора. Кто-кто? А, кто это? Тот, о ком ты подумал. Его не должно быть здесь. Это противоречит законам природы. Видишь ли, чудеса не подчиняются законам природы. Как угодно, вы все равно опоздали. Врата откроются с минуты на минуту. Победи потомка. О, я буду за наследство играть? За робота? О-о-о, хорош. Вот она, новая локация врат. Е-е-е. Так, я играю за... А, я уже дерусь, нифига. Незнакомец, летающий, смотри. Так, вставай давай. Бей. Хорош, прибили. Так. Давай ракеты, малыш. Как это пробить? Так, давай еще ракет. Так, ему все равно, да, на эти ракеты? Окей, я отпрыгиваю. Ух ты. Тихо. Давай, малыш. Накидываем. Отлично. Это ты там что собрался? Ух, нифига. Так, держи. Не, ну, пока что он не такой сложный, как бы кажется. Слушай, а крутой. Я такого не ожидал. Ай-яй-яй-яй, нагнул меня. Вставай. Хорош. Так, ну его ракеты не задевают совершенно, да, я так понимаю? Окей. Так, опять эти пошли, пацаны. Так, это все фигня. Главное ему вшатать разочек еще. Эх, чуть-чуть не получилось там. Воу, ты что творишь? Отлично! Вылез. Ты мешаешь мне. Уходи сейчас, пока ты жив. В твоих мечтах. Я никогда не мечтаю. Теневой разум. Он его держит в своем клинке. И что сейчас будет? Второй раунд. О, музыка из этого пошла. Из Shadow Fighter 2. Вау. Незнакомец наконец-то атакует, чтобы снизить урон следующей атаки противника, вызвать у него кровотечение. Так, окей. Так, я забыл. Что происходит? Господи, он плавит реальность. Офигеть. Блин, надо было сюда другой сет взять. Даже для него это слишком читерский сет, походу, да? Че он делает? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты что там вытворяешь? Офигеть. Так, а ты спустишься, не? Так, окей. У него приемы теневого разума только немножко изменены. Блин, теневой разум сам вышел там еще нам помогать. Тихо здесь. Хорош. Опять здесь.
В мире теней не получилось, опять здесь. А, уворачиваться надо! Ё-моё, я забыл. Ну, это читерский сет, конечно, слишком. Чё происходит? Типа всасывает силу из врат. Так она же его уничтожит, если он это будет делать. Зачем? Офигеть. Рыженький, как Мэй, прям, смотри, кусок волоса виден был. Зачем он это сделал? Он же его же уничтожит, эта энергия. Ну и чё? Но он не сможет, это мать. Ну типа мать, типа... Каким-то образом всё равно, да? Но он рыжий, это факт. Рыженький, рыженький. Прям мэй. Офигеть. Блин, ну мне жалко. Не, ну он же понимал, что его это уничтожит. Как это так-то? Понятное дело, тени тут нет. Потому что он, ну, как бы погиб. Умер. Победа. Все, получается, Глеф и забыл. Жалко. Не понял. Все? Дима Терехин, это все? А где свадьба с Джун и все дела? Нет, не будет, все, это конец. Надо было другой немножко этот сет. Что-то быстро я с ним расправился. Но он крутой. Вот они, все причастные красавчики, которые это все делали. Ох. Не, ну ребят, мы прожили с вами достаточно классную игру, прикольная. Это все было, все это время. Блин, это просто нет слов, но господи, что с финалом? Блин, я думал, там будет не такое мыльцо. Нет, ну там все как бы классно, но как бы я другие чуть-чуть еще кадры ожидал. Ну типа, ну, блин, ну может еще будет сейчас что-нибудь. Офигеть. Блин, я думал, немного другая концовка будет. Ну, еще дополнительная. Может в конце что покажут? Сколько ребят, да, работало? Вот это я понимаю. Что-то, по-моему, Shadow Fight 2 запустился на фоне, слышите? Ох, как же это круто было. Ну, эти люди подарили нам... Сколько? 5 лет охеренности, да? 5 лет охеренности. 5 лет сюжет выходил, и вот, собственно, усё. Спасибо за игру.
Потом Актени был повержен, вместе с ним пали и теневые ворота. И новое лобби. Как и прежде, мир обратился в прах, чтобы возродиться вновь. Как, что бы ты ни делал, все равно. Как и прежде, ему нужны герои. Теперь ты один из нас. Как и для нас, миры и времена открыты перед тобой. Но твой путь только начинается. Бесконечность ждет. Мы еще увидимся. Продолжай сражаться. Вы завершили основной сюжет Shadow Fight. Ну, кстати, насчет этого лета говорили, что там кланы вроде завезут. И вот это вот как раз эта активность с этим летом и будет связана, что он... Вселенная соберется вновь в бездне, чтобы искать товарищей. В общем, классно, классно все это сделано. Не совсем некоторый момент был понятен, но зато ты можешь теперь полностью смотреть на бездну, смотри. Во всей ее красе. Охренеть. Вот, собственно, и все. Теперь тут нету нового чего-то там. Просто карта пройденного сюжета. Все закончилось. Карта зачищена, переформатировалась, переизменилась. С основными персонажами нифига не понятно. Концовка была полностью завязана на Мэй и на, собственно, сыне, на потомке. С другими персонажами никакой связи больше там не было абсолютно, абсолютно. А самого Тени и подавно даже рядом не стояло здесь. Вот как-то так. Ну что, ребят, всем спасибо за то, что были все это время с нами, с нашим прохождением. 55-й уровень в игре вот у нас тут. Видимо, он максимальный. Вот, на этом все. Всем спасибо. Это было незабываемое, крутое, огромное прохождение. У нас огромнейший плейлист. Но когда-то все заканчивается и... Да, и да. Всем пока!